Далеком приехали сегодня. Сегодня у нас, наверное, 12 число. Вот Володю послали наверх спилить, чтобы натянуть. Они здесь вот сейчас делают, проводят. Ой. Слава тебе, Господи, пришли. Да, тут они наверх полезли, там соединяют. Вот она где. Ростелеком. Я тут снимаю, рука замерзла, тут почти 30 градусов сегодня. Вон Володя где здесь. Все. Ну я сейчас уйду. Посмотри, там лишние сучки отпиливай везде, которые на пути. Вот этот вот мешать будет, Володя. Глянь, который вот сюда наклонился, клад скворечника. Ну, вот сюда, вот влево, глянь. Нет, вот этот вот сюда, который. Да, вот этот весь, вот. Ага. Вот который влево, сучки идут, и все спилить надо. Сейчас. Володя, посмотри. Может, встать можно на эту. Один раз отпилить и все. Да, отпиливай смело. Не надо их отпилить. Поближе к стволу, поближе сделай. Да, вот так, отпиливай. Ну, в общем, смысл понятен. Я убираю, руки застыли. Я потом проверю сразу. Ну все. Во, сбрасывай его. Руки прям мерзнут, однако. Держись сам, только не упади. Слава тебе, Господи. Приехали. Вот они какие камлыги лежат. Это вот камень такой, это ну, снег. Вот представьте, 1,5 метра, так и так 1,20 м, и так метр, ну кубометра 1,5 в каждый. Вот они камлыги лежат. Все, ухожу, спрячу.